одного не пойму. Почему они нас обходят? Потому что они на войне, а мы на работе. Пора осознать. Мы находимся на войне, хоть и не стреляют. Войны сейчас другие. А вы чё, ребята, всё стреляете? А чё? А то, что уже не стреляют. Сейчас по-другому бизнес делают. Нас готовят к уничтожению. И хотя взрывов нет, они намного разрушительней. Пора понять, уже наступило такое время, когда можно говорить или сейчас, или уже никогда. Требуем изменения Конституции! Да, надо так нам сказать. Колониальную конституцию долой. Вот. Чтобы конституция свободы пришла. Ага, это Федоров. А я вот такую не видела. Они в интернете есть, я могу вам скинуть. Их можно скачать. Ага.